Мої вітання, шановні друзі, ви на Фабриці новин, мене звати Василь Пихньо, запрошую вас до перегляду і прослуховування цього подальшого інтерв'ю із Сергієм Спозиним Флеш, військовослужбовцем Збройних сил України, фахівцем галузі радіоелектронної боротьби, але ширше, якщо говорити ще, то про зв'язок, тому що Сергій, до речі, є автором телеграм-каналу про зв'язок від Сергія Флеша. Добрий день вам, Сергій. Добрий день, бажаю здоров'я. Отже, друзі, підтримайте, будь ласка, це інтерв'ю своїми вподобайками, коментарями і підписками для того, щоб воно набуло поширення. Адже я хочу одразу стартувати, обговорити питання, яке викликало чималу хвилю нерозуміння з одного боку, а з іншого великого обурення і певно переляку. Це старлінки, які з'явилися у росіян, які зараз росіяни дуже показово демонструють на своїх фотографіях, про це пишуть західні видання, про це підтвердило навіть наше головне управління розвідки Міноборони, про те, що росіяни використовують старлінки на фронті, на передовій, супутниковий цей зв'язок від Маска. А от ви, Сергій, у себе пишете, що це не, ну, не розумієте, чому таку хвилю підняли, не так уже це й страшно, і в принципі це взагалі не нова ситуація. Можна трішки детальніше? Да, эта ситуация абсолютно не новая, то есть можно сказать, что с первого дня войны, как только появились старлинки у нас, они частично начали появляться и в армии Российской Федерации. И я объясню нашим телезрителям, что здесь все как бы очень достаточно просто, и не нужно искать какую-то зраду там SpaceX и так далее, и у Маска. Например, если волонтерский Starlink куплен частным лицом в Польше, как у нас десятки тысяч волонтерских Starlinkов, вы знаете, работает в ЗСУ, то есть у нас не только официальные Starlinkи, у нас Starlinkи, которые частные лица тоже передают в пользование ЗСУ. Вот также ничего не мешает какому-то родственнику Российской Федерации, который проживает в странах Евросоюза, купить там Starlink на свой собственный аккаунт и передать его в Россию. А дальше вы должны понимать, что хоть Starlink на востоке и обрезает зону покрытия, но Starlink не может обрезать эту зону с точностью до километра, потому что зачастую линия боевого соприкосновения на фронте, она даже за сутки быстрее двигается туда-сюда, чем на километр. Поэтому Starlink, SpaceX условно отрезает зону пользования Starlink, но не с точностью прям до сотен метров. Поэтому наш противник, скажем так, по ту сторону фронта, вблизи фронта тоже может им пользоваться. И вы должны понять, что SpaceX такие в теории может вычислить. Для этого надо анализировать трафик, например, да, куда там ходят эти пакеты, в какую страну, для чем использоваться, и вычислять. Но россияне подымут VPN-туннели, то есть это все как бы в теории возможно, но на самом деле очень сложно. И поэтому я не понял, почему так вот сейчас именно этот вопрос поднялся резонансно везде. Может, действительно, просто они получили доступ к большому количеству аккаунтов где-то и смогли, скажем, массово так наводнить, потому что мне, например, наши разведчики присылают фотографии, они всегда мне присылали фотографии, что они видят Starlink точечно на каких-то позициях у Российской Федерации. Плюс, конечно, немаловажную роль играет то, что Starlink покрывает всю оккупированную территорию ниже, скажем так, Херсона, Мелитополь, Мариуполь и так далее. То есть там по всей вот этой территории россияне могут пользоваться Starlink'ом, это видно прямо на карте SpaceX, да, но здесь не надо поднимать зраду, потому что, может, это так надо нам. Почему-то не все задумываются, что многие вещи не такие простые, как кажутся на самом деле. Поэтому, да, количество Starlink'ов на фронтах у россиян выросло, но оно не будет иметь, скажем так, массовый характер, потому что сначала прошла информация, что якобы некоторые там дилеры в Дубае продали аккаунты русским. SpaceX говорит: ребят, у нас нету дилеров в Дубае, ничего за бред, кто это придумал? То есть, поэтому, да, Starlink'и россияне могут покупать через аккаунты подставные в Евросоюзе, но не каждый житель Евросоюза рискнет это делать, потому что там живут законопослушные граждане, и они знают, какие последствия могут у этого быть. Вот. Поэтому вот в двух словах такая история, и из этого делать прямо какую-то панику не стоит. То есть Starlink'и всегда были в определенном количестве у россиян на фронтах. А я правильно розумію, ви кажете, що зараз старлінки працюють на території окупованої Херсонщини, Запоріжжя, але вони не працюють на територіях так званих ЛДНР, правильно? Да, так точно. То есть это все можно посмотреть прямо на карте SpaceX, с главной страницы, там прекрасно видна зона покрытия, в которой работают старлинки. І в той же час, якщо ми говоримо про те, що вони можуть використовувати поближче до передової, то це принаймні виключає можливість їх використання старлінків в тилу, ну, скажімо там, 30-40 кілометрів від фронту. Ну, если мы говорим про Восток, то да. Там SpaceX четко ограничивает эту зону покрытия, там в тылу у них ничего не будет работать. То есть, действительно, вблизи, скажем так, фронта нуля, это да, Starlink будет работать, я уже объяснил, по каким причинам, невозможно его отличить.
скажем так, от настоящего Стерлинка. Еще ходят такие вот у нас басни, ну, скажем так, у нас вообще очень много в вооруженных силах ходит таких, вот знаете, слухов, потому что у нас сильные горизонтальные связи, ходят слухи, что если, например, Старлинку подменить спутниковую систему координат, ну, то есть взять маленький, скажем так, источник передачи спутникового сигнала, который называется спуфер, да, то есть мы привыкли называть, то Старлинк можно обмануть, якобы он находится в Украине, он будет работать. Нет, это так не работает. То есть не могут русские у себя в тылу подать сигнал, сымитировать как будто Starlink, потому что это не работает настолько просто. SpaceX это тоже все отслеживает и ограничивает. Сергій, я би тоді хотів підняти ширше питання обговорення взагалі прив'язаності до Starlinkів і до цього супутникового зв'язку Збройних сил України, тому що я розумію, що це технологія, ну, як по зв'язку, чи не номер один. Можливо, я помиляюсь, можливо, у мене хибне уявлення, але дуже багато чого прив'язано саме до Starlinkів. Наскільки це безпечно нам, от всі наші, а ми говоримо про сучасну війну, ми говоримо про те, що вона буде технологічною. Якщо технологічною, то тут на передній план, звісно, що виходить зв'язок. Наскільки безпечно підв'язувати себе саме під Starlinkі, чи є у нас альтернатива? Ну, безусловно, абсолютно все понимают, что подвязывать средства связи и коммуникации вооруженных сил Украины под коммерческую систему третьих стран – это неправильно. Все понимают, что эта зависимость может быть в какой-то момент времени пагубной. И я с первого дня войны не перестаю это публично говорить нашим военным, которые консультирую. Ожидайте, что наступит какой-то момент времени, год, месяц, непонятно когда, когда россияне смогут задавить Starlink. Технически это возможно. Это сложно. Подавить спутники Старлинка, но учитывая, какое количество в Российской Федерации всяких научно-исследовательских институтов и предприятий, и если они это сочтут для себя за вызов, они это сделают. Поэтому мы это понимаем, мы сейчас используем преимущество Старлинка во всех, там, скажем так, военных вопросах, но мы в том числе строим и альтернативные каналы связи. Это альтернативные спутниковые каналы, мы с первой дня войны работаем не только на Старлинке, это наземные каналы, оптоволоконная связь, это использование закрытых каналов по мобильной связи, по радиорелейной связи. То есть, безусловно, мы понимаем, что такое может случиться. Но, конечно, для нас это будет катастрофа. Я не без привлечения скажу. То есть у нас там, не знаю, 50-60 тысяч старлинков ЗСУ. Мы уже сбились с количества, сколько у нас их. И такого насыщения, конечно, чем-то заменить будет сложно, скажем так. Але от ви скажете, ми будуємо свої канали супутникового зв'язку. Тобто в Україні є ці можливості? Я просто якби не як думаю, більшість не до кінця розуміємо, що таке супутниковий зв'язок. Десь там воно щось у космосі собі наче відбувається. І де тут Україна, яким боком? Ну, от якщо можна трішки детальніше. Да, конечно, давайте я объясню нашим телезрителям, это будет понятно, да, то есть есть спутники, которые находятся на одной точке, это называется геостационарная орбита. Для вас пример, это телевизионный спутник, у вас антенна всегда смотрит в одно место, вот вы ее один раз поставили, да, и туда она направлена и смотрит. А второй тип спутников, это которые используют SpaceX, это спутники низкоорбитальные, их высота там несколько сотен километров, они постоянно кружатся у вас над головой. Такие же спутники связи, там Иридиум, например, мобильная связь спутниковая, Global, там Inmarsat и так далее. То есть почему это удобно? Потому что спутник летит очень низко, и терминалу Земли очень удобно с ним связываться. Потому что когда спутник далеко на геостационарной орбите, с ним связываться очень сложно. И самый тут главный фактор – большая задержка сигнала. Потому что пока сигнал от вас дойдет на спутник на расстоянии 36 тысяч километров от Земли и вернется обратно на наземную станцию, понятное дело, что это очень большие задержки сигнала. И вот эти вот спутниковые системы связи, они же были до появления Илона Маска. Они прекрасно работали по всему миру, и у россиян сейчас работает такая система. Она называется система спутников Ямал. То есть они по всем линиям фронтов, вот аэроразведка мне скидывает фотографии, они ее разворачивают прямо на передовой. То есть выглядит это как обычная спутниковая тарелка, белого там или серого цвета, с конвертером в середине, правда, так как этот конвертер, он, в отличие от телевидения, не только принимает, он и передает, он большего размера, поэтому его легко сразу понять, что это такое. И вот эти вот системы спутникового интернета, они есть в мире, и они есть и у нас. Например, в мире очень много провайдеров, которые предоставляют такие услуги, и это же до появления SpaceX и Starlink как-то все работало.
Вот. Поэтому, да, такие системы альтернативные есть. Это европейские спутники. И мы вплоть до того, что... Вони так само ці низьколітаючі, як і у Маска, правильно розумію? Ні-ні-ні, це стаціонарні от ці спутники. Ага. Тобто, ті, що довгі. Да, Маск сделал прорыв в том, что он сказал, давайте мы сделаем спутники низко летящие и сделаем их много. Вот их будет очень много по всей стране, по всему миру летать, поэтому, скажем так, маленькая моя спутниковая тарелочка направлена в небо, будет их видеть там со всех сторон. То есть, и не надо там большую фиксированную тарелку куда-то там направлять. Вот, поэтому у нас тоже эти спутники есть, и мы можем арендовать каналы у европейцев, передавать данные через эти спутники. Но проблема в том, что россияне эти спутники глушат. И вы должны понять, почему. Потому что, когда спутник летит по небу, пролетает быстро, его надо сопровождать тарелкой, да, чтобы его заглушить. А если спутник висит в небе в одной точке, то я могу с земли направить туда помеху и просто его подавить, он будет глухой, он не будет слышать никого. Поэтому, к сожалению, вот эти спутники геостационарные, они имеют уязвимости по подавлению. Угу. Ну, тут выходит, что технология Маска, она в своей сфере, она пока еще и уникальная, правильно? Да, конечно, вот, чтобы наши зрители понимали, чтобы, например, если спутник Иридиум там в небе, например, 8 пролетает одновременно, да, и телефон цепляется за ближайший спутник, вот, или за несколько спутников переключается, то россияне могут поставить 18 тарелок спутниковых с помехой, которые будут следить за каждым спутником и подавлять. А когда в небе висит спутников Илона Маска 100, 200, 300, 400 в небе одновременно, ну попробуйте такое количество сопровождать. И они все двигаются, они все летят, да, на разных орбитах. Попробуйте их одновременно подавлять. То есть вам надо или 800, образно говоря, там 300, 400 тарелочек, которые будут отслеживать каждый спутник, подавлять, либо иметь какую-то там фазированную решетку, есть такая технология, которая будет отслеживать эти спутники. То есть технически это возможно. Вопрос, будет ли делать Россия это или нет. Угу. Ну, тут я зрозумів. Тепер стає зрозуміло, чому ви кажете, що нам треба готуватися, тому що технічно це можливо. Якщо Росія, ну, от раптом наростить і справді в неї буде енна кількість цих супутників або річок фазованих, які зможуть відстежувати за супутниками Ілона Маска і таким чином їх гасити. От таким чином. Да, да. Главное, що ви технічно поняли ідею. Спутників много, вони летять в небі, поэтому нужно много тарелочек, которые будут отслеживать каждый свой спутник и подавлять его с земли сигналом. Зрозуміло. Ну, тобто, якщо Росія буде масштабувати, скажімо так, це виробництво, тоді нам стане зрозуміло, що вони рухаються до цього, аби потіснити і загасити зв'язок по Starlink-у. Що ж, то дуже зрозуміло. І ще раз повертаючись до початку, те, що та Starlink є у росіян, це не є ні проблемою, ні новиною. Правильно? Ну, для нас это новостью нету. Для нас может быть только там новость неприятна, что это количество выросло, да, этих аккаунтов. Да, и мы должны просто отследить, каким путем, откуда они появились, и принять меры для того, чтобы это не было, потому что все, что покупается в Европе у наших партнеров и союзников в Америке, на все это мы имеем потенциальное влияние. Поэтому нам нужно просто понять канал, откуда появились, скажем так, эти старлинки с аккаунтами на фронтах у россиян. Все, дуже чудово, зафіксували. Рухаємося далі. По питанню зв'язку і безпеки навіть таких певних технологій, тим паче, що ну, ми маємо нового головнокомандувача зараз на цьому тижні, ми маємо і нових членів його команди, там будуть відповідні заступники, які будуть займатися інноваціями, є у нас уже визначені люди, які будуть займатися майбутнім створеним, ну, тому що вже там указ підписаний, але ще якби немає офіційного затвердження цього роду військ безпілотних систем. Тим не менше, от ми розуміємо, що технологізація процесів зараз вимагає значної уваги. І от в цій технологізації вчора, наприклад, рішення від Міноборони з'явилося про те, що вони спрощують взагалі весь військовий облік, що paperless, забирають папери із війська, і ось така, ну, відповідно, облік, аудит, передача, все це має відбуватися саме електронним шляхом. Сергію, а мені от, ну, цікаво, наскільки це взагалі безпечно і можливо в наших реаліях? Тому що коли я собі уявляю, що ми говоримо про технології, це означає, що, умовно кажучи, в кожного військовослужбовця має бути свій хороший ноутбук з хорошим інтернетом, і це має бути в будь-якій точці, де є щось військове. Ну, а на жаль, реалії дещо далекі від цього, коли у нас є там
такі, знаєте, тазики, яких називають, які запускаються по півгодини, і точно інтернету там не підводять, не підведений інтернет. Плюс є ж документи там службового користування, цілком таємні, там взагалі ніяких можливостей інтернету не може бути. Якби я собі, от ставлячи це запитання, це класна ініціатива Міноборони, але як вона має бути виконана, я собі не уявляю. А ви уявляєте? Так, звісно. Мы должны понимать, что все процедуры списания, они не происходят, да, например, в полях где-то. То есть всегда есть командование батальона, командование полка или бригады, в котором есть специально обученный человек. Мне всегда жалко этого человека, потому что у него вся жизнь протекает в пачках бумаги. Вот. И это специально обученный человек, он занимается списанием как раз вот этих материальных ценностей. То есть обычно его берегут, потому что такого человека найти сложно, кто согласится добровольно на такую моральную, психологическую, тяжелую работу, физическую. Поэтому у него есть хороший канал связи, и он этим всем занимается. Задача полевых командиров, которые находятся в полях, предоставлять ему документы по мере того, как они посещают штаб, для списания. Поэтому тут технических проблем никаких нету. И я вам скажу, что бумажный ад – это просто кошмар по списанию. То есть я у себя на канале показывал, чтобы списать один поврежденный Starlink, нужно порядка, например, там 20-30 документов собрать, собрать комиссии, и это все по большому кругу ходит. И знаете, я вам объясню, почему. Потому что, ну, технический документооборот, скажем так, электронный, не всегда может упростить некоторые вещи. У нас, например, командир бригады может списать что-то, утерянное в бою, своим приказом, да, своим решением. Ничего там такого нету. Но командир бригады говорит так: слушайте, пройдет война, да, или там будет работать комиссия, и меня обвинят, что я в каких-то коррупционных схемах сам взял своим решением, что-то списал. Не, ребят, давайте пойдем по большому кругу. А большой круг заключается в том, что готовится пакет документов, и отправляется он в САП, отправляется он там в НАБУ, ну, по определенным структурам, которые все ставят на этом пакете документов резолюцию о том, что они здесь не видят коррупционной составляющей. Потом это все отправляется в СБУ, который это все проверяет, визирует. Потом это все отправляется в командование Министерства обороны на списание, а там могут сказать, а нам тут не хватает еще какого-то документа. И вот это весь огромный махина, вся крутится, и можно что-то одно списывать, например, там практически годами. И мы говорим о том, что вот этот вот ужасные процедуры тяжелые, их надо упростить в первую очередь, да, чтобы, например, побила Starlink, собралась комиссия ответственных людей, сфотографировала Starlink, там 12 человек поставили подписи о том, что они видят этот Starlink, что он действительно поврежден, и все, этого достаточно. Мы должны доверять нашим военным, нашим людям, иначе если мы будем везде искать зраду и коррупцию, это просто утопия, это все очень сильно тормозит. Поэтому я думаю, что вот этот, мы уже начали, скажем так, летом первые шаги, который был приказ Министерства обороны уже при Умерове о том, что будет упрощена эта, весь, вся эта процедура. Скажу честно, немножко не совсем это сработало по ряду причин. Если мы сейчас это все переведем в электронный документооборот, это все реально, и я вам скажу, что люди на фронтах облегченно вздохнут, потому что в данный момент со списанием майна это просто ад. Чи правильно я розумію, що все рівно, ну, в паперах деякі речі залишаться? Тобто, як ви кажете, командир бойовий там з полів приїздить до штабу, де потрібно, де відбувається цей весь документообіг, він все рівно має прозвітуватися, наприклад, своїм рапортом, який, напевно, потім буде оцифровуватися і підкріплюватися, що от там втратили Starlink, втратили тето, і його далі просто підкріплюють в загальну систему координат, ось та навчена людина заводиться все в систему, і погодження відповідних органів вже не ножками відбувається, а через систему обміну, ну, таку електронну мережу, правильно? Десь так це уявлення є, чи ні? Ну, от я якраз працював там в компанії Vodafone, коли ми внедряли систему електронного документообороту, я бачив, як це все відбувається, тому що в великій компанії, в корпорації теж багато бумаг, ви всі розумієте. Любі питання проходять через підписи, комісії. І я вам можу сказати, що можливо зробити в електронному виді все. То есть можно сделать электронные подписи, там кэпы, дать полномочия. То есть эти все люди, они все могут делать удаленно. Сфотографировали, отправили, заполнили форму. Форма разошлась участникам комиссии. Если участник комиссии не подписал в определенные сроки эту форму,
идет уведомление его начальнику о том, что у вас сотрудник разгильдяй, пожалуйста, пните его. Это все можно автоматизировать, и это все будет быстро и качественно работать. Поэтому здесь даже не надо будет, ну, разве что какая-то отчетность, знаете, как и понятие первичка есть у бухгалтеров. Возможно, понадобится некая там отчетность бумажная. Вот. Но в наше время, мне кажется, это там некий анахронизм держать все это в бумагах. Это... Я видел эти архивы, в том числе у военных, это, знаете, такая это страшная комната, куда все боятся заглянуть, где все завалено там бумагами. Ну, насправді, до речі, якщо брати там про волонтерську діяльність, я нею займаюся, я знаю, обов'язково підпиши акт, чекай його, поки нова пошта привезе, там чи ще якось передати, і ці всі акти, я собі так завжди ставлю питання, чому не можна, ну, от реально просто цифровими підписами, я зі свого боку, частина, наприклад, зі свого боку поставила підписи, і все, ніяких додаткових труднощів цьому немає. Ви затронули вас тільки першу частину, вторая частина касається огромної бюрократії в ЗСУ, приведення всяких журналів, книг, облику, учету. Это наше наследие совка, и у нас вооруженные силы, они все в этом тоже грузнут. Я показывал себя в паблике, сколько журналов должен вести начальник связи бригады. Порядка там 30 или 40. И вы будете смеяться... А что там пишут? Просто вот, разумеете, Сергей, вот, все знают, что журналов много, а что там пишут? За каждое действие вы расписываетесь, там инструктажи всякие, журнал учета, что кому пришло, что кому ушло. Вы даже будете смеяться, у нас есть такой журнал там учета журналов. Он немножко по-другому называется, но даже до такого маразма, то есть мы умудряемся, это всегда военные любят смеяться на эту тему, книга облику книг, понимаете. То есть и это все возможные действия, в которых по распоряжению был такой там известный всем давно наказ Министерства обороны по введению облику в вооруженных силах, где четко определены вот эти вот огромные адские журналы все. И вы знаете, что делают военные? Ну, мы ж мобилизованные, да, в большинстве все случаи. И они говорят, да я лучше не буду вести этот журнал и получу выговор. Ну, то есть вот, когда людей доводят до такой стадии, что они просто физически не тянут этот весь бред, да, то есть вести там 40 журналов каждый день, то есть они просто говорят, да что вы, ну, то есть я вот пойду на вот такое, да, лучше я там пострадаю, чем я буду там 2 года тратить свое время на вот это вот, ну, глупости. То есть есть важные, да, журналы, которые действительно нужно вести. Например, когда боец что-то получил, он же материально ответственное лицо там за что-то. Ну, какие-то такие, знаете, вот вещи, без которых не обойтись, да. Ну, а есть какие-то абсолютно формальности, и от этого мы тоже очень сильно страдаем. Тоді в мене наступне питання з приводу ще безпеки. Це навіть небезпеки, взагалі, от організацію військ у того, про що ще до свого звільнення генерал Наєв написав, генерал-лейтенант Наєв, мережоцентрична війна, і Залужний про це писав у своїх статтях. Отже, мережоцентрична війна. Я собі уявляю, що це таке. Ну, взагалі, воно звучить дуже таким, знаєте, гарним словом, але от звичайній людині про це нічого не зрозуміло, не ясно. Я собі уявляю, що коли є ділянка фронту, зараз в умовах сучасної технологічної війни є десятки, ні, є сотні, напевно, що різних безпілотних систем і повітряних, і наземних. Вони всі працюють на якихось частотах. Це якось має обліковуватися, мається на увазі, щоб один не перебував іншого, щоб сусід не заважав сусідові працювати. І це не тільки про роботу на частотах саме безпілотними системами, але тут же ми говоримо і про засоби радіоелектронної боротьби, які будуть гасити правильні, скажімо так, хвилі, правильні частоти, які не будуть заважати своїм, але будуть заважати ворогу. Крім цього, де ворог працює, які в нього там ореоли покриття, все це... Я знаю, мені достеменно відомо, що воно над цим робота триває. Найбільш того, вже є певні системи координат, які дозволяють там вносити відповідні дані і це все обліковувати. Це не таємні назви. Дельта, в нас є Кропива, в нас є в повітряних сил Віраж, планшет, деякі речі, які, я так розумію, ще є непублічними, тому я не буду їх називати. Тобто це все є. Це все, от... Якщо уявити собі карта, на яку наносяться слоями додаткові речі, які би мали покращити керованість, в якійсь мірі управління військами, якщо вже на це пішло. Ось ця технологія, наскільки вона є безпечною, щоб туди не мали доступ вороги і не якось не зламали її, так як це недавно сталося, наприклад, з Київстаром там, чи щось такого плану. Наскільки вона не може лягти їхні сервери, як це сталося з Дією, нещодавно по Євробаченню. Ну і наскільки ВЕ
Власне, ці всі технології впроваджуються. Чи можна вважати зараз, що перед сирським стоїть задача от всіх перевести на ці рейки цифрової технологічної війни по управлінню насамперед? Тому що одним із перших завдань, яке перед ним стоїть, покращення керованості управління військами. Ну, я можу сказати, що сирський, коли командував сухопутними військами, да, то він, як би, з самого першого дня, він являвся в тому числі і покровителем некоторих систем, які у нас зараз активно використовуються. Тобто він з самого, як би, першого дня розумів їхню важливість. Точно так же, як розумів Залужний. Тобто будь-який сучасний генерал і руководитель, він розуміє, наскільки такі речі важливо робити. Тому що без централізованого управління військами в наше время воевать невозможно. И эта система, которую вы назвали, это Дельта, Крапива, да, то есть и даже многие там натовские консультанты говорят, что они у нас крутые, эти системы, то есть у них есть свои там системы натовские, но у нас они не хуже. И, безусловно, любая система, которая работает там в облаке, имеет сервера, имеет доступы, она подвержена взлому, она подвержена атакам и так далее и тому подобное. То есть она может там дать сбои. То есть это не секрет, это классика айтишная, и мы должны просто делать, принимать все меры безопасности для того, чтобы это не было. В частности, это уровень иерархии доступа к этой системе, да, потому что, например, ну, банальный вопрос вот в Дельте. Если я, например, войсковый, который воюю на направлении там Солидар где-то, зачем мне доступ к Херсону? Ну, с чего? Вот мне он там нужен. Просто из-за любопытства. Да, я могу получить в этом случае базовые знания про Херсон, могу иметь какие-то базовые там карты, слои, да, топографию для того, чтобы мне ориентироваться, если мне это понадобится. Но какая-то специфическая информация, какие там летают, например, БПЛА России, которые мы видим, мне это не нужно. Поэтому первое – это иерархия. И так делается не только в Дельте, так делается в других системах. Это иерархия доступа по уровню твоих полномочий в ЗСУ, во-первых, да. Если ты там пилот, то зачем тебе доступ к стратегической информации по всему фронту прямо, да? То есть тебе это не нужно. Поэтому наша сила и решение – это в иерархии доступов. Вот, просто-напросто. И, конечно, чтобы наши зрители опять понимали, потому что вот вы правильно заметили, у нас многие официальные лица любят говорить такие термины, как потом, знаете, в меме все смотрят, говорят, тут очень интересно, но ничего не понятно, да. То есть мы говорим о том, что эта система, представьте себе, куда накладывается много-много-много разных карт. Карта минных полей, карта там полетов БПЛА, карта полета FPV-дронов, там карта работы нашего РЭБа, карта работы российского РЭБа. И любой военный, скажем так, он может у себя локально в подразделении создать набор этих карт, который ему будет удобен и нужен лично для него, да, для его пользования. При этом он может туда подтянуть карты, которые ему положены по доступу общедоступные. Поэтому мы говорим о том, что мы сводим в одну систему всю информацию по фронтам, которая есть, которая нам будет позволять работать. Например, как сделано сейчас. Я FPV-шный пилот. Наш, украинский. Хочу я вылететь, и я должен узнать, а работает ли наш РЭП в данный момент. То есть мне надо куда-то позвонить, обзвонить, потому что РЭП работает не только в одной там структуре, да, вы знаете, что он может работать в разных подразделениях. Вот, и так же, как, например, сбивают беспилотники вражеские не только войска повитренных сил, то есть есть мобильные группы, которые числятся в других подразделениях. И я, получается, должен всех обзвонить, со всеми договориться о координации, там, вписаться в каких-то группах закрытых, что, ребят, я вылетаю, пожалуйста, там, типа, никто меня не задавит. А еще я должен всем сказать впереди, ребята, мы на FPV-шках летим, мы свои, там, или на Мавиках, не стреляйте по нам. И зачем это все делать, если это все можно свести просто в карту, по слоям, да? Четко я вижу для себя коридор, я могу лететь в такое-то время, все остальные рэбовцы видят то же самое, дают мне этот коридор. Ну, я это утрирую, да, ну, вы понимаете, в чем смысл. И, конечно, эта система, она очень важная, и чем больше мы туда подтянем информации и слоев, тем это будет проще воевать нам на фронтах. Ну що ж, це дуже важливо проговорювати, розуміти, тому що от можна здатися, що нічого там не робиться, що це все до лампочки. І мені здається, що просте пояснення для широкого загалу, і зараз взагалі в комунікаціях у нас є проблема в плані того, що люди багато через нерозуміння, чи от вони сприймають, що, мовляв, там звільнення Залужного, так, це неприємно, тим паче там без пояснень причин, ну це вже ми там даємося політику, але
але це не катастрофічно. Армія, як така велика піраміда, вертикаль, вона далі продовжує працювати, виконуючи ті задачі, які перед нею є. І ось ці от задачі, їх треба, ну, мені здається, людською мовою пояснювати, чим ми, власне, пробували і зайнятися із Сергієм Флешем в цьому інтерв'ю. Сергію, дякую вам. Я еще хотел, знаете, что добавить, это такая немаловажная вещь, то есть вот у нас недавно прошел хакатон, где разработчики украинские IT всего рынка представляли свои решения, и у нас как раз есть такая проблема, у нас в стране очень сильные программисты, и многие наши ребята и команды пытаются и делают год то, что уже сделано в вооруженных силах, вот в плане вот этих систем, о которых вы говорите, поэтому мы для себя из этого хакатона взяли то, что у нас Министерство обороны должно доводить нашим разработчикам потребности, которые нам нужны в ЗСУ для того, чтобы делать какие-то либо решения, а не так это выглядит, когда кто-то придумал, а давайте мы сделаем систему, а это, оказывается, уже Дельта есть и работает, а ее кто-то там целая команда делает там несколько лет. Супер, так, це важливо проговорювати, пояснювати. Я думаю, що, дасть Бог, воно буде все-таки все ще покращуватися, тому що от на інновації, на безпілотні системи зараз є акцент. Дякую вам, що долучилися до цієї бесіди. Сергій Флеш в нашому ефірі. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, з нами надалі. І цьому інтерв'ю обов'язково поставте свої вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтеся. На все добре.